Всем привет! Сегодня хочу показать, как себя чувствуют мои орхидейки, которые находятся в камушках. Показать их состояние. Вот, все у нас хорошо. Вот эта орхидейка большая, молодец. Несмотря на то, что она начала немножко подсушивать вот этот листочек. Вот видите, он стал таким мягеньким, морщинистым. Но все равно у него тургорчик еще сохраняется. Она растит новый листочек в середочке красненький. Нарастила уже вот такие корнюшечки. Я их сейчас попрыскала. Вот, и с другой стороны корнюшечки по всему периметру шейки у нее отрастают корнюшки. В принципе, результатом я довольна. Вторая орхидейка. Эта орхидейка уже нарастила вот такой листик. Но корнюшек у нее пока еще маловато. Тургорчик тоже у нее хороший. Листочек стоит. Вот этот листочек начал немножко нагибаться. Но это ничего страшного. То, что она его потеряет, она нарастит за счет него свои корнюшки. Значит, с той стороны один корешочек, и с этой стороны давайте посмотрим. Тут тоже был один корешочек. Вот он. Там у нее еще напухла почечка. Почечка мне почему-то напоминает, как будто бы цветонос. Но, скорее всего, его не будет, потому что он ей не нужен. Вот так. Можно положить камушек обратно. И третья орхидейка, которая вот упала и повредилась, когда была, значит, в стаканчике не таком устойчивом. Она вот здесь пробудила корешочек. Листочка у нее нету. Вот попала водичка. Нужно сейчас убрать. Опрыскивала. Так. Ну, эти листики, если она отсушит со временем, тоже ничего страшного. Я думаю, она перед этим нарастит листочек. С другой стороны, у нее, конечно, пока ничего нету. Пока только один проснулся корешочек. Но тургор у нее хороший, такая твердая. Думаю, что тоже все будет нормально. И вот, вот такая красота распустилась. Кто знает, как называется. Красавица. Такие нежные цветочки. Бутончики. Это уже мое цветение домашнее. С
стрелочку я изогнула так. Цветоносик. Детки тут. Да, кстати, влажность воздуха у меня 70%. И вот кто-то говорил по поводу того, что камни, холодная среда для орхидей. Ну, я думаю так, что камни имеют температуру окружающей среды. Вот, положила градусничек. Здесь у меня 23, почти 24 градуса. Так что я думаю, они у меня не мерзнут. Не переживайте. По поводу лампы тоже хочу сказать. Вот сейчас они под ламповым освещением находятся. Корнюшки развернулись кверху. Вот этот корешочек развернулся кверху. Видите, как изогнулся? Да, вот это вот изменения, вот эти вот буквально, когда я снимала видео 6 сентября, сегодня 17, 18, вот за 12 дней у нас вот такие результаты. Я думаю, что это неплохо, пока все радует. Всем пока!